Вот это, то, что вы, скорее всего, видите или не видите, это кипрский паук. Обычный, не такой большой. Сейчас я вам поближе его приближу. Вот это наш красный щит. Который мы сейчас видим. Мы еще, пока мы тут будем сидеть, мы оставим видео на пару, не знаю, там, на пару, на одну секунду для вас. Ну все, наше видео продолжается. И мы его поймали в другом месте. Вот он сидит на лестнице вообще. Правда? Он правда большой, но не маленький. Если он мух, всяких мелких насекомых, вот и он выглядит не опасный. Его размер примерно вот такой. Вот такой. Не очень большой. Ну, так, сейчас моя ассистентка поможет вам видео лучше. Да, я не вижу. Вот. 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 Он пытается уйти под наши, самые баллоны с газом. Так что придется нам установить видео опять. Ну вот он, наш паучок. Он пытался убежать, но мы его поймали. Да, как тарантула точно. Похож. Шипы у него на ногах. Красивый. Но на Кипре, похоже, мне кажется, вернее, нет опасных пауков. Так что, ух ты, как двигается. Ух ты. Так. Сейчас он полезет на сам. И вы увидите его дом. Да уж, красавец. Ой, лапа большая у него, могу сказать. Не, вам, чтобы быть правдой, это второй раз я такого паука вижу. Вот он опять. Он, похоже, немножко лучше замаскировался. Но все равно его можно видеть. Ну, хоть вот в таких местах он может замаскироваться. Он хорошо ест, могу сказать. У него паутина очень сильная. Так что, мухам очень тяжело. Ну как объяснить? Выбраться. А яйца у него с шипами. Ну вот, он пытается от нас спрятаться. И уже почти спрятался, но мы все равно его увидим.